килограмма. И слева от меня в синем углу ринга обрезка, которая составляет 91 килограмм ровно. Он представляет Намибию. Ladies and gentlemen, Вика Пита Мероро. А также его соперник, стоящий справа от меня в красном углу ринга, боец, из которого стреляет также 91 килограмм ровно, из Афганистана, Шокран Хармони! Рефери в ринге Александр Калинкин.
Your distance and your boxing. More depth, more distance. Thank you.
Paulo,
Go!
Drop me the new name. Yeah, but bro, 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 I stand up. Итак, в этом поединке досрочную победу на 1 минуте 42 секунде 6 раунда техническим нокаутом одержал боец из синего угла Вигапита Мероро, Намибия! I don't know why the referee stopped. Honestly, stop. Coach.